Искусство сочетать цвета и оттенки необходимо не только художнику и стилисту. Колористику сегодня изучают и фотографы. Цветовой гамме фотоснимка посвящен мастер-класс Ильи Двояковского. Фотограф-колорист – это фотограф, который является самым обычным фотографом, но при этом еще что-то понимает в цвете, может применить какие-то знания для того, чтобы цветом привлечь дополнительное внимание зрителя, для того, чтобы цветом создать какие-то бонусные сочетания цветов, чтобы цветом подчеркнуть тот или иной типаж человека, подчеркнуть цвет волос, цвет его глаз, цвет его кожи. В общем, грубо говоря, найти выгодный ракурс для каждого человека с точки зрения цвета. Я уже второй раз привожу Илью Двояковского в город Челябинск, потому что его мастер-классы очень востребованные. Очень интересная тема, у него уникальный стиль, он фотограф-колорист и рассказывает углубленно именно о цвете фотографии. Диапазон возможностей фотоколористики очень широк, от снимков в черно-белом режиме до работы с исходниками. Лично я черно-белые фотографии не воспринимаю по одной простой причине. При помощи черно-белой фотографии невозможно передать, нужно быть невероятным мастером с очень большой буквы, чтобы передать, например, свежесть ветра или цветение магнолии, или вообще передать отличие между цветением магнолии и, например, миндаля. А при помощи цвета это сделать достаточно просто. Так как я destination photography и работаю в разные времена года, в разных городах, в разных странах, для меня цвет – это инструмент передать колорит той страны, в которой я нахожусь, даже того города, того времени года, того человека, которого я снимаю, и той семьи. Поэтому черно-белая фотография – это прекрасно, но для моих задач и целей тяжело было бы в черно-белом варианте показать кубу кубой. Я обычно трачу очень много времени на обработку. Я думаю, ну ладно, сфоткаю там что-нибудь, но это занимает огромное количество времени, то есть постоянно ты проводишь время за компьютером, меньше внимания в семье уделяешь, друзьям, родителям, детям и так далее, мужу. Вот. И поэтому, да, важнее, лучше сразу классно сфоткать, правильно, и чтобы потом уже раз-раз обработал, и все готово. Чтобы найти свой стиль, нужно попробовать все, и потом уже со временем уже ты поймешь, что тебе нравится, чего ты реально кайфуешь, получаешь удовольствие. Потому что когда ты фотографируешь то, что тебе не нравится, ты уже со временем просто, тебе вообще не захочется ничего фотографировать. У меня были такие моменты, поэтому нужно найти свой стиль. Для этого нужно пробовать все. Оттенки фотоснимка могут как усилить впечатление, так и наоборот, разрушить его. Теория в сочетании с практикой помогает фотографам найти свой баланс.